детям приходится в школу ходить через деревню, пробираться через собак и местных жителей. Имеется в виду через вот эту часть? Да, через деревню. Подробно рассмотрели планы дорожного движения Звенигородского микрорайона Супонева. По схемам видно, что дорожная развязка не предусматривает возможности безопасно переходить дорогу. С этой проблемой к Дмитрию Голубкову обратился местный житель. Оборудование пешеходного перехода с доступом к автобусной остановке в этом месте крайне необходим, считает депутат. Это вопрос не только удобства, но и безопасности, как и решение вопроса чистой водопроводной воды. Вода непригодна вообще даже после бытовых фильтров для питья. Никак. Бытовая техника и сантехника в неприемлемом состоянии после нее. Такая же ситуация с водой. Во всем доме так? Во всем доме так и уже давно. Жительница дома номер 5 по улице Неделина сетует на слабый напор и ржавую воду. Но это не единственная жалоба. В последнее время во дворе ее дома наблюдается настоящее нашествие крыс. Вечером, когда начинает темнеть, страшно выходить. Их такое количество, я насчитала 20, потом бросила считать. Они играют, они прыгают прямо вот перед подъездом. Невозможно. Все обращения граждан депутат взял под личный контроль. По вопросам ЖКХ и оборудованию пешеходного перехода в микрорайоне Супонева будут направлены запросы в соответствующие органы. А вот что делать с грызунами, пока не ясно. Сошлись во мнении, что разведение кошек может стать самым эффективным решением. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».